На выход, как сказал один мой знакомый татарин, но он говорит: Саш, священный на выход. Вот. Ну вы весь вечер выбиваете, а я даже грамма не выпил, не покурил. Я думаю, надо валить и сказать вам огромное спасибо, что нашли время не смотреть хоккей сегодня с футболом. Прийти и поддержать. Спасибо вам, отца, огромное. Спасибо. Я думаю, многие вещи и хотел бы, и мог бы рассказать. Вот Мишка из Видного приехал. И песен очень много, но, вот, к сожалению, каждое утро и вечер, и в обед я смотрю, потому что моя мама в горлунке. Но выдержала 2,5 месяца здесь, где-то «Отпусти меня». И вот и Трофим сейчас, Сережка, на разгуле, говорит: «Где братик мамка?» Я говорю: «Серый, ты не рви мне душу». Я говорю: «Как мои дела там?» А это я так, Сарони. Сегодня нормально, 1,5 километра рядом ложилось все. То есть люди, которые картошку делят нам, и не только селедкой. Ну, что обсуждать? Я думаю, вы все устали от новостей. Это только те, кто... Короче, Трофим говорит: «Есть там пару соседей. Из горю коснется, говорит, зайдут из базара и выведут твою мамку». Я говорю: «Сереж, спасибо». Поддержим славян! Спасибо. Вас искренне рад, что пришли поддержать. Появилось ряд новых вещей, но сегодня, я думаю, не готов сделать. Я сделаю в следующий раз и не одну, и не две. Даже Женя, брат, их будет больше. Столько вещей понаписала, редко поешь. Спасибо вам огромное. Спасибо Вовке, Николаевне, еще раз. Спасибо. Семье. Спасибо, родные. Отпустите меня немножко, хочу выпить. За вас, за ваших детей и внуков. Спасибо вам огромное.